Гордость школы, яркие и трудолюбивые. К этому дню парни и девушки пришли благодаря себе. 100 баллов на ЕГЭ не просто честно заработаны. Это итог многих часов за учебниками, долгого упорства, целеустремленности, тяги к знаниям, а еще помощи родителей, наставников и, безусловно, педагогов. 6 уже бывших школьников, а теперь будущих абитуриентов, чествуют в администрации города. Невозможно, чтобы кто-то старался за вас, ваши родители, ваши учителя. Невозможно знание, то, что называется, вбить голову. Знание нужно пропустить через себя. Осознанно и глубоко. И, ребята, это был ваш сознательный выбор. И этот путь привел вас на вершину успеха. Школьные годы на пятерке, а ЕГЭ на 100 баллов. Даниил Пичугин. 11 класс он окончил не только с золотой медалью и высшим баллом по профильной математике, но и с наградой «Золотая надежда Хакасии». Она досталась Даниилу за заслуги и участие в олимпиадах муниципального, регионального и всероссийского уровней. Кстати, русский язык и физику выпускник сдал тоже на высокий результат – 97 и 92 балла. Я утром встал, посмотрел, вскрикнул: «Мама, у меня 100 баллов!» А подготовка шла как раз с 7 класса, когда нас распределили на физико-математический профиль, так сказать. С углубленным изучением математики у нас появился новый учитель Марьяна Альбертовна, которая довела меня до 11 класса, и вместе с ней мы пришли к такому результату. То есть это ежедневная подготовка 7 класса. Поступать планирую в Московский энергетический институт на электроэнергетику. А это Анна Журавлева. Она набрала 100 баллов за экзамен по русскому языку и окончила школу серебром. Планирует поступать на врача в Новосибирск. Говорит, всегда знала, будет помогать другим. Я была в шоке. Все мои родители были тоже в шоке. Мы были все очень рады, и я была очень рада, что оправдала надежды своих учителей. Я готовилась далеко не один год. Я готовилась с класса 8, наверное, как начала и к ОГЭ, и к ЕГЭ я готовилась довольно усердно. Школьная жизнь осталась позади. Впереди приемная кампания, новые цели, задачи и обязательное свершение. Анастасия Марьясова, Михаил Кудрявцев. Новости.